участке машины 327. Сотрудник полиции Арабийского РВД. Абайского РВД требовали выкуп 100 тысяч тенге. Куда уже написали заявление о том, что похитили и истребовали выкуп, передали как Нечкин, Константину Олеговичу. Австралийские роуды, те проводили пытки, одевались там на голову, мешочки затянули, терял сознание, поливали водой на голову, когда падал на ней, разбил голову, стукнулся от белый спид, который находилась там, вот тут, и в него прошла кровь. Так же пытали по грудям, по лицу каждый из этих оперов и спросили, он сказал этим операм, я инвалид детства второй группы, что говорит, у тебя болит, мол, он мне говорит, почки, подними, говорит, рубашку, говорит, я поднял, говорит, и четверо, эти опера, говорит, кулаком, говорит, по почкам давали, говорит, пока я не упал, говорит. Потом вечером уже тот исследователь позвонил ко мне на сотовый, говорит, у вас ребенок без сознания, говорит, принесите, говорит, лекарства, говорит, и вызовите скорую. Когда я уже пришла в Абайскую, Альфа-Арабийскую РУД, 8, так, возле вертушки, или как называют, и свет потух, где-то, наверное, полтора часа света не было, и так я не добилась ни лекарства передать, скорая уехала, так и света не было, и так я ничего не добилась. И так и ребенка мне не показывали. Они не зарегистрировали. Они моего ребенка не зарегистрировали нигде. Ни ЭВС, ни СИЗО. Вот у нас есть бумажки, вот как называют, да, ответы, вот, которые вот не зарегистрировали.